Мужчина! Он бухой? Он бухой. Он или бутерат? Вот. Нет, сейчас он не приведет. Вон он налево. Да, вот он на бэхе. Аккуратно только. Давайте это самое, как сманить. Мы преследуем машину, водитель в состоянии наркотического либо алкогольного опьянения. Так, куда мы свернули? Так, просвет освещения. ИКХ. БМВ. Пятый сезон. БМВ темного цвета, грязная. Черный. Разворачиваемся, едем обратно. Выпускаем его из вида. И аккуратно, Ваня, очень аккуратно, потому что он может что угодно сделать. Здравствуйте, я только что заявочку оставил. Преследуем прямо за рулем. Аккуратно тоже, направо. Мы звонили, чтобы я направлял туда. Он просто постоянно в движении. Мы за ним едем. Тихо, снимай, Володя. Да, снимай. Надо заблокировать там ему выезд. Да куда то? Давай. Пошел. Вам чтобы не было. Выезд сейчас. Вот сейчас выезд. Где? Выезд. Вот он. Блокируй его. Мордой только, мордой. Мордой. Давай, ближе. Все, отлично. Дело в том, что мы застали этого человека на той же части спящего. Мы его разбудили, мы думали, что ему плохо. Он от нас стал уезжать. Вел себя при этом неадекватно. Мы отзвонились. Мы заявку в 02 уже оформили два раза. Мы все это время ехали за ним. Наверное, минут 15 за ним катались. Че ты снимаешь? Полноправо есть. Номер. Что-то снимай. Что ты снимаешь? Пожалеешь. Погоди. Что ты снимаешь? Олень. Снимайте, сколько влезет. Убегай, снимай. Просто жизнь застрахована. Я тебя не убегай, я тебя трогать не буду. Что ты вот боишься? За человека прячешься. Вот мне не надо тебя трогать. Он за тебя прячется, я вижу. Я не трону технику. Понимаешь, я ж не дебил, хуже дебила. Парень нормальный, я тебе скажу, я этот парня знаю. Я живу в этом доме, он мой сосед. Парень нормальный. Я сам против этой дичи. Всем привет, это снова StopHam SPB. Только что оформили пьяного водителя, который совершенно случайно попался нам после рейда. Честное слово, мы его не искали, не выискивали. Вообще подумали, что человеку за рулем стало плохо. Машина стояла посреди перекрестка, водитель был уснувший. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, соответственно, автоматически лишился прав.